В Соединенных Штатах стрельба в Макдональдсе. Один человек погиб, четверо ранены. Среди них три подростка до 18 лет. Инцидент произошел ночью в городке Оберн, это штат Алабама. По информации полицейских, вероятной причиной послужила ссора молодых людей, студентов местного университета. Один из пострадавших находится сейчас в тяжелом состоянии. Жизни трех остальных ничего не угрожает. Стрелявший до сих пор на свободе, его ищут правоохранители.